нравится твоя вагина. В ней что-то есть, что так надо мужчинам. Вставляет лучше, чем от кокаина. Она причина, что я пьян как... Так что, пацаны, аниме? Хентай. Хентай — это топ аниме. Тепло. А тут реально тепло. Пошли дальше. А ну. А если сюда плюнуть, то человек, он, блядь, будет больно? Нет. Понимаете, он долго летит. Можно харчо убить человека, который застрял на лестничном пролете. Я хотел давно побывать на вот таких, ну, на такой высоте и записать это на видео, хотя мне страшно высоты, я бы не стал бы сюда, например. Такая высота. О, слышишь, Эдик? А тут залазить даже можно, смотри. Тут можно даже залазить, смотри. Ладно, слазим, пока никто не пришел. Это ментов высадит. А смотри, забирай колу. Колу забирай. Только тихо. Не, вообще топово пробрались. Крыша была открыта, в принципе. Там просто была дверь закрыта и все. Мы просто поддели и все. А ну, топово. Не, что прикольно. Диванчик такой топовый. Не, она уже все мясо. Она уже тут месяц лежит точно. Ну прошлого года она снова лежит тут еще. Давай посвечу чуть-чуть. Главное, чтобы не страйк не кинули, и все будет нормально. Ё-моё. Нормально. Мне надо сейчас обратно как-то будет попасть. Что, будешь? Извини. Оно потихоньку уже все рассыпается. Что? Садик уже со временем рассыпается. Ага. О, пошли. Ну пошли. Туда? Да, так адренировался, когда идешь по такой, блядь, тухлой. Давай иду по какой-то тухлой этой лестнице. Так, пошли.
просто все жаловались, что в прошлом лаге не было видно собаку дохлую. Я подтвердил то, что она есть. Настя, мы с тобой были на чердаке, я не помню. На чердаке? А, вот, да? Да. Там лестница стояла, нет, мы там не были с тобой. Нет, на другой лестнице стоит не лестница, а дверь. А как туда пробраться сейчас? Можно? Сейчас можно как-то туда попасть на крышу? Ну, пойдемте. Ну да, я хотя бы хоть сниму, что там есть. Да пофиг, поехали лезли. Сложно, сложно. Надо делать рейтинги. Вот это, кстати, было нормально, это дело. Помнишь? Ё-моё. Ну это я помню, это уже было. Что оно такое все горелое какое-то. А, вот так вот. Тут была дверь стояла. Нет, такая. На той лестнице все-таки была дверь. На этой, потому что да. За эту штуку еще держались, я помню. На этой все было. А мы на той делали. Может, найдем какую-то дверь? Стой, погнали сюда, пожалуйста. Держу. Нахер. Нахера. Теперь за цепом. Да, зато тебя у деревашку щепки надержаться. А тут не дошел передержаться. Очень дела. Как-то повесить смирям. Тут не за что так взяться и чтобы беседить. Вытащи Назара. Тихо. Ну, ладно, тогда почитаем, что тут есть. Порно. Где? Порно. Вячеслав Задорно. Мне на руки нужны войны, а не модники. Бедные. А белая Руси, мне бедный. Дебилое письмо. Психпроф. А пошли еще что посмотрим. Тут все развалено, и так надо аккуратно ходить. Помню. Ну, неинтересно. А что ты так дернулась, что писать? Блин, жалко, что не найди. Шорохнуло что-то, ничего себе шорохнуло. Не, ну блядь, ну страшно. А у меня сердце кольнуло. Блядь, у меня аж ноги дрожат. И сейчас за посылом дали. Блядь. В натуре, как-то ты сильно испугал. А давайте в подвал какой-нибудь пойдем. Для логова же, раз начали, погнали в подвал. Погнали туда. Нарики не выйдет. Ладно. Да не, мы договорились без такой хуйни. Ладно. Блять, сколько ты идешь? Не видим, у тебя есть фонарик? Папочка. Да идем. Тут тупик, все. Какой тупик? Там не тупик, там мы уже пришли. Пошли дальше, там не тупик, что не пиздец. Ну, все. Он направо. Идем. Ну нахуй, я туда не пойду. Давай. Нет, все, хорош. Эдик, ну ты как... Хорош он. Эдик, ты реально. Там долго. Мне не было боль. Ой, блядь. Давай, иди сюда. Сань, пошли. Да стой, дай я Алине подожди. Пошли, Эдик, с тобой вместе. Я с тобой не ссы. Проиграл? Иди первым, так иди. Это первый этаж, не переживай. Пошли дальше. Пошли. Что? Нарики, все. Такие нахер не мы. Все? Идем. Давай я первый. Ты слышишь, что я первый пойду? Жопс. Чер ты первый. Нахуй тебе. Я походи. Не, иди. Да хорошо. Это не тупик, там еще налево. Идем. Давай. Да слышь ты. Нахуй нас все равно всех положат. Ну сдох***, пошли. Я не хочу, назад, Эдик, давай я, сука, ты какой-то мямля какая-то. Тупик, ничего тут нету больше. Тут нихуя нет. Фу, блядь. Сколько шприцов. А идемте вот сюда, дальше, налево. А там хуйня, там выйдет как раз туда.
Идем. Так что пошли налево? Да, пошли. Может, что-то интересное. А ну дай я хотя бы гляну. А, да, тут ничего. Рыва. Опять нарики. Единый дрова какой-то. Опять шприцы. Сколько их тут? Нет, ну что, прикольно. Но он никакой не топовый. А через тот пойдем? Панель там еще есть. А, там, там тоже тупо, там только одно. Там просто зал такой. Ну не знаю, а если нам охранники скажут, типа, что вы тут делаете? Мы на качелях покататься хотели. А площадка уже не та? Да не, у вас тут лучше. Вон ворота, и там дырка такая маленькая. Маленькая дырка. Вообще, я договаривался, что не будем отекаться и говорить о пошлом. Вон бассейн. Хотя говорили, что его восстановят. Идемте глянем, если что, через откуда бежать будем. Следят? Да. Сейчас, если я покажу, откуда бежим. Я вижу. Да, подожди, надо же придумать, откуда бежать. Ага, ворота-то заделали. И как бежать, если что? Куда мы как через забор? Ты не успеешь. И те сразу говорю, мы быстро не пробежим. Побазарить, что нам скажут, ну, сюда пришли. Ну, пошли на качеле покатаемся. Можно, блин, баба когда сидит. Может, я для себя решил, куда бежать буду, если что. Карусель. Они кружатся по комнате. А, кстати, домик такой снесли, классный был тут. Домик тут такой классный был. 4, 5, 6, 8, 10. Хорошо, вот это... Шоп контент. Я сразу один, может, зацеп. Давайте кого-нибудь Тина позовем. Смотри. 10-летний. Да нет, там именно охранник. Лучше с ним побазарить. С ружьем его, да? Да что, прикольно, да пусть, пусть, классно. А не бойся. А не бойся. Да не, нормально все будет, не переживай. Что охранники не спешат выходить? Они не сейчас. Может, их сейчас нет. Есть. Да нет. Кто-то хотя бы из работника должен же выйти, а не ж. Работница там курила. Кто-то не работал. Не, ну когда баба сделай курс, сделай курс. Тут коты на этой. Ну что, никто не спешит к нам выходить? Не хотят. Всем у нас пух. А ну сейчас свистни. Дверь. Скажи. Пошли зайдем в садик. Погнали. Он закрытый. Да. Да хуй вы боитесь, сядьте, посидите. Блять, да без проблем. Я никогда не боюсь. Здравствуйте. Добрый день. Что вам надо? У нас вопрос. Какой вопрос? А можно на качелях покататься или это типа, ну, нельзя? На как... качельках можно покататься? Хорошо, так и маме, где на качельке в парке? Да нет, там не такие, есть. Вот мы в детстве, нет, ребята, детство да. Вспомнить хотим. Ну мы просто в этом садике все детство провели. Ну я понимаю, что все детство, вы же их поломаете. А что мы поломаем? Там еще даже моя надпись есть на деревяшечке. Не знаю, это как заведующая. Там увидит она в окна, будет ругать вас. А, то есть нельзя
Ну ладно, ничего страшного. Вопросы спросили. Ладно, не, спасибо. Ну, не, просто что я понимаю, что вам хочется деться, но там же качельки есть. Да, ну там интереснее. Да ладно, ребят, ну, знаете. Ладно, мы поняли. Тут вообще так же вас разрешаем, потому что тут же вообще не разрешается. И мы походили, а охранники что-то не выходят. Охранники будут сейчас скоро придут, 5 часов. О, класс. Что, ждете, пока охранники придут? Ага. Охранники мы здесь. А, ну тогда неинтересно. Не, смотри, без баловства это самое. Садик это садик, сами знаете. Всякие да. Баловства. А это мужчина охранника, чтобы так от него побегать угар. Не ответила на меня. Добрая баба. Я не могу без тебя двигаться. Желтый